Это рецепт творожного теста, по итогу которого получатся очень мягкие, классные булочки с начинкой. Ты обязательно должен попробовать, тебе точно понравится. Берем любой творог, сахар, соль, теплое молоко и сухие дрожжи. Перемешиваем. Добавляем туда одно яйцо и растительное масло. Всю массу нужно хорошенько взбить, добавить просеянную муку и замешать мягкое эластичное тесто, которое немного липнет к рукам. Но для удобства сам в конце немного добавьте масло, чтобы собрать в один комок. Итак, оставляем на час-полтора в теплом месте. Как только тесто поднимается, припускаем вот так вот его и делим на равные части. У меня здесь получилось 16 шариков. Каждый шарик нужно будет раскатать руками. По центру выкладываем любую начинку и делаем вот такие 4 надреза. Собираем в виде цветочка. Аккуратненько зажимайте все края обязательно, чтобы начинка не вытекла. Кстати, я делала со сгущенкой, с творогом и с джемом. Ничего не вытекало. Собираем вот такой вот цветок. Выкладываем готовые уже булочки на противень. Даем немного подняться, минут 15-20 под полотенцем. И выпекаем разогретой духовки до 180 градусов приблизительно 20-25 минут. Всем приятного чаепития. С вами была Оксана. До новых рецептов.